Всем привет! Продолжаем проходить God of War, первую часть. Здорово, пацаны! Здорово, Серега! Здорово, Макс! Как настроение? У нас тут снег за окном вообще повалил. Все отлично. Лето, короче говоря, наверное, не пройдет просто никогда. Так что это... Было плюс 10 только что, хлоп, и все. И уже плюс 5 уже резко температура, буквально за 10 минут. Вау! Такие дела. Ладно, что, поехали, да? Там у нас сейчас головоломка будет. Начнем с чекпоинта, естественно. Уже солнце. Настроение улучшается плюс 20. Ну, солнце, вот видишь, а может быть опять снег пойдет запросто вообще. Давай, наверное, мы чуть-чуть звук потише сделаем. Музяку-то вот так подберем. Вот так вот. Чик-чик. Ладно, полетели, короче говоря. Разматывать все. Так он крутится, вертится, как волчок. Как будто он не постареет никогда. Потом будет Атрей! Губу побрей! Да, почему он, интересно, своего сына никогда сыном не называл? Пацан там. Чё как-то? Странно. Ну да, я думаю так. А ты решил все пройти с последним и не вышедшим Рагнареком в будущем? Ну, Рагнарёк ещё хрен знает, когда выйдет. Анонсировать-то они его анонсировали. Завтраками кормят, как обычно. А когда он выползет, вообще хрен его знает. Они разродятся, может, в 23-м году, дай бог, если. Сколько еще переносов его ожидает, вообще без понятия. Ну, вообще, да, в принципе, чё же. Трилогия, она вся не длинная. Вот эти вот первая, вторая часть, они там буквально проходятся, что-то около 10 часов, то есть 3 стрима мне это дело займет. Торопись! Торопись, говорит, приободрись. Третья, по-моему, чуть-чуть подлиннее, но она самая такая хардкорная. Кровавенькая она. Да я думаю, что, пробежим быстренько. Чик-чик. Поотдыхать, скажем так, на слышарах. Как там брать-то, я уже забыл. Тоже нет. А, R2, да, по-моему? О. Схватил он предмет. Короче, тут загадка-то была. Вот эту статую мы, короче говоря, тащим вот сюда. А можно ее так спустить. Обе статуи должны оказаться внизу, но они должны оказаться друг на друге, потому что я не могу залезть. Кратос, найди другой путь, ты должен спасти меня. Ну да, типа того. Вот. И тут же есть обрыв, и мы эти статуи сейчас друг на друга толкнем. Ну так, плюс-минус поставить ее. Надеюсь, попаду. Ивил Гаоси, по одной из стремлений доносить свою мысль спартанцам максимально быстро с минимальным количеством букв и звуков. Поэтому я ТРЕ... Кратос, опусти меня вниз! Ну, в принципе, вообще, во всей трилогии он там практически не разговаривает. Он как будто глухонемой, только орёт, как бешеный. Ему только базар добавили, получается, в четвертой части. То есть он как только разродился, как только пацаном разродился, сразу к нему и речь нормальная вернулась. Такие дела. Я проходил только вот третью и четвертую. Ты должен спасти меня. Самая экшовая, я думаю, это третья, а вот четвертая, она такая. Графон подвезли, короче, а кто надо добавить за выры?
Там, по-моему, самое сложное — это с валькириями бодаться. Я вот не знаю, наверное, я валькирии проходить не буду. Попробую, наверное, в четвертой части. Если не зайдут эти валькирии, то они нахрен не нужны. Кратос, запусти меня вниз! Отец Капенс, Ток сейчас стал больше говорить. И причем в первых двух, по-моему, он вообще, в принципе, молчаливый. Он даже не орет, а в третьих почему-то он там мучать орать начал. Графон подвезли, а играть не подвезли. Играть забыли подвезти. Город Электросталь, здорово. В этом году еще Рагнарёк выйдет. Кратос, запусти меня вниз! Слушай, Электросталь, думаешь, действительно, они нам не пиздят? По-моему, они вот реально все это, блин, сказки сочиняют. Ну как? Она недоделанная. Если игра доделанная, то они хотя бы трейлеры, геймплей выпускают и все такое. Они перенесут ее. Йормунган был самым харизматичным для меня персом. На Сапуфере звучал шикарно. Йормунганд — это... Блять, как его? Йормунганд. А, это который в четвертой части, да? Там этот такой что здоровенный. Ну да. Да, он самый такой запоминающийся. О, цепляется. Надо. Ирил Гаусин, я вот Uncharted после фильма решил пройти второй раз. А насчет Uncharted, да. Самая затянутая мне, по-моему, показалась вторая. А вот четвертая... Она какая-то однообразная была. Четвертая часть, я помню, что она мне чем не зашла. То, что там очень много локаций одинаковых. Там, допустим, забегаешь в локацию, все зеленое нахрен, а куда прыгать, как бы особо не видно. И можно вот так вот круги нарезать просто, пока, блин, очевидных вещей не заметишь. Короче, я ждал, пока она закончится, в принципе. Ну, истории такие, попкорновые, короче, везде. Я соскальзываю, ты должен скорее сюда добраться. Я помогу тебе, мы можем спасти Алтины, но ты должен помогать. А я вот прям подряд проходил. Прыгать и бегать так себе. Я подряд проходил, вот я купил на четвертую плойку все, ну, трилогию сначала, и потом еще на четвертую плойку купил этот, как вот, четвертую часть. А что блестел на плане? А это то, что типа там можно этот катсцену запустить. Встань у края стены и нажми X, чтобы прыгнуть. Прыгнуть. Ага. У меня, короче, на время, да, еще? Ёпа, мать. Я не могу. Так. А-а-а. Пизда. Бабу расколотили. Ничего, она как яичко бьется. Так. Мне надо к ней прыгать или что? Что-то я не совсем понимаю, что от меня хотят. Ну давай вот так делать. Будем ползти до конца, пока зеленка не кончится. А там я не знаю. Ну. И что мне это дает? Там, наверное, какая-то катсцена должна запуститься. Странно, почему баба висит на веревке, а ее озвучивает мужик. Хотя тут есть озвучки баба. Это настораживает. Так, на ноль, да, короче, удерживать и раскачиваться. Ой, блядь, как я не люблю тут эти жвардочки. Я не могу держаться слишком долго. А я не успею. Юлиас. Привет, Юр, спасибо. Короче, опять. Везите бабу следующую. Ну, нужно быстрее это делать как-то. Да ёп, нет, все, я уже не успел. Попадать надо в тайминге. Прыг-прыг. Давай, я тороплюсь. Нет. Я не могу.
хоть бы время побольше дали, я не знаю. Давай, опа. Лысый скакун. Да, 58, 57. Давай, чик, чик, чик. Ну, блядь. Если бы он не дергался 20 тысяч лет. Ну, с ракет. Какая напряженная установочка. Спаси меня, Кратос, прошу. 34. 30 секунд. Блядь, серьезно, что не зацепился-то? Вот муди. Ну, он иногда дергается прямо на этом, на обрыве. А прыгать не хочет. Быстрее. Ну, явно прыжками надо делать это. Идет. Я немножко сэкономил. А чьи у бабы голос мужской? Так вот и я о чем. Странно, почему местами бабу озвучивает баба, а иногда баба озвучивает чувак. Чё? Почему он не доцепляется? Город Электростан. Почему баба орёт мужским языком? По-моему, это вопрос вечера. Ребят, я без понятия. А, тут, короче говоря, это ремастер на третьей плойке, но только звук почему-то вырезан со второй плойки. Может быть, ее не озвучивали официально? Может, такая херня? Ну, давай быстрее, блядь. Да я, блядь, тороплюсь. Думаешь, да, блядь, что ему надо-то, я не понимаю. Лысый, вы сейчас меня доведете. Она как яичко там бьется, блядь. Род бабы ничего не останется. Все, порасхерачим. У нее, кстати, штанины одной нету. О, я зацепился. О, я еще даже время сэкономил. Надо же. Эй, господи Иисусе. На, чик. А какие нахуй боги, блядь, лысый. Взял, сорвался. Не уверен, он как-то клешнями своими держится за эту зеленку. Здорово, Доман. Ну давай быстрее. Бля, ну все. Я, короче, на этот тайминг не попал. И я в проебе на несколько секунд. Боги, боги. Ай, ну прыгает. Ирил Гауси, надо было тебе под антураж лишь побрить голову. Спаси меня, да? Рада, думаешь? Прошу. Надо было тогда еще нибудь какой красной хуйней себе намазать. О, наконец-то. Я запрыгнул. Не прошло и полгода, и чё? А, надо прям к ней прыгать? Ачивочка, спасти Оракула. Это Оракул, оказывается, висел. Город спровоцировал события, которые привели его к психологическому... Трансарет. Сама Афина сказала... Возможно. Но ты опоздал. Но у Транса есть неплохие сиськи, я скажу. Чтобы спасти Афины. Или Афина уже в безопасности. И нос такой греческий. У них у всех такой клюв классный. И когда Оракул смотрела в его душу, она видела больше животное, нежели человека. Один командир спартанской армии, Кратос, начал командовать только 50 солдатами. Но скоро это число стремилось к 1000. Трансформатор. Его тактика была зверской, но эффективной. Пропитанный властью, его боялись все. Конечно, эффективный, голову отрезать. Его жена была единственной, способной выдержать его ярость. Может, хватит, Кратос? Батя напоминает Бухова. Слава Спарты разнесется по всему миру.
Слава Спарту. Которого только мамка может удержать. Ты сам сделал свой выбор. Нихуя. Желание завоевания не знало границ, но то, чего он желал, в конечном счете его поглотит. Эрил Гаоси. От какой части он Зюса, а батьку своего ты парень? Во имя Бога. Я третий, по-моему. Он с третьей богов разваливает. Подальше от моей головы. Выбирай своих врагов. Трусишки у меня неплохие, я смотрю. Но твоей грубой силы будет недостаточно, чтобы победить Ареса. Она мне сейчас какую-то силу, да, даст? Победить бога. Ящик Пандоры. Он находится далеко, вне стен Афин. Скрытый богами в пустыне на востоке. Но помни, Кратос, многие пошли туда в поисках ящика Пандоры. Ни один не вернулся. Да, да. А уже закрыто. Почему у него на одной ноге штанина отсутствует? Это странно. Так, короче, она говорит, ящик Пандоры давай откроем, и чтобы завалить этого Арес, бог войны. Одна штука. Ладно, давай сохранимся. Чик. А вот теперь, кстати, ее мужик озвучил. А, нет, подожди, да, ее мужик озвучивал, но она там, по-моему, озвучивала баба, да? Тут залог поясняли трошки. Итак. Угу. Причем она показала ворота, которые откроются, которые были в самом начале игры. Ну там, плюс-минус. Так можно и трип сломать. Прикинь, вот такой, короче, этот, как он, под грибами такую штуку увидеть, короче. Ты просто туда улетишь. Сундучок. Ну давай, ты смелее, ну что ты. Кстати, по-моему, с каждой частью у нее как-то татуировки меняются. Они более блеклые вроде как становятся. Их красного, по-моему, поменьше. Канализация Афин. Что нам не хватает? Вот этого не хватает. Чик. Ну, а это можно не брать. Я думаю, что-то пиздореза на ней. Да никак не было. Я уже забыл, как этих мочить. А, на защиту надо использовать. Вот. А вот этого на куканчик. Ну, лови ты его. А он тайминг просрал, все, ты его уже не поймаешь. Гаденыша. Можно было бы лбами сталкивать, было бы забавно. Там вот эти уроды еще стреляют. Та-та-та. Надо еще очков побольше влить в клинки хаоса, чтобы они пошибче разматывали. Будем финты крутить. Как шлепки под лоб. Кстати, да, слышно? Слышно, как я хуярчу по кнопкам? Вроде шумка поставлена, но все равно, видимо, она ставлена. Просто там у меня под столом маленькая жопка, и я постукиваю по ней. Так, магия. Вот так, да? Разматываем этих товарищей. Чик, чик, чик. Хорош. А быстрее только это было делать. А наверх как-то можно туда забраться? Ну и чего? Да он до туда не долетит. Блин, еще живешь-то. Ну, оп, оп. Я хотел бы себе завести мини-пига, короче.
чтобы он по комнате бегал, набить на нем какую-нибудь татуху, и когда он не слушается, по жопе его шлепать, он угарный был бы, по-любому. Всякой херней бы его кормил, типа пельменями, чтобы он жирнее, маленький был, жирный, короче. Угарная штука. Такой, как этот, как щенок, короче, только такой хрюшка, короче. Уии, там визжит, вот и шлепаешь его по жопке. Забал. Так, блин, а туда бы когда забраться, где эти черти тусуются. Ну ладно. Кирилл Гаус. Ребенок под это может подойти, но не любимый ребенок. Нет, почему? Можно любимую татуху набить. Правда, по жопе там по варианту не получится шлепать. На тебя потом в органы опеки заявят. Ай, брат. У меня у кореша лайфхак, короче, говорит. Сейчас. Пацан от сиськи оторвется, короче. Ну, хватай. Да, блядь. Мы его, короче говоря, сначала в детский дом отдадим, потом в Суворовское. И все. Когда придет, он уже как бы это, взрослый. Его воспитывать не надо. Потом подаем на него на алименты, короче, и все. Лайфхак. Ну, он, конечно же, шутит. Ребенка он собственного любит. А чего он его не хватает? Ну хватай. Конец он. 10-го раза. Давай, давай, давай. Развальцуй ему глотку. Баста. Это минотавр до хера. Лучок, псы. Блять, там еще один идет. Давай в сторону. Нихера он мне пизданул, я на другую эту улетел. Бля, его не зачистили ли? Что-то мотает меня. Бля, он не дает подойти ко второму. Ну-ну-ну-ну-ну. Только что, может быть, лучше биться с дальнобойными ублюдками на площади в узком коридоре. Замечательно. Ну, хватай его. Так, он с прогиба на голову трес. И давай в морду пихать всякую хуйню. Просто замечательно. Так, давай еще одну. Когда он один, вроде как неплохо вообще. Но когда их только больше, чем один, цикл. И начинает заебывать вот такой вот штукой. Ты комбо начинаешь лупить, тебя то с одного прилетает, то с другого. Ну, блядь. Хватай ты его, урод, лысый. Наконец-то. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Чпок. Засунули в него всякое. Ну, блядь, я даже не знаю, что мне лучше взять-то. КПХ либо манну. Так, ладно, давай, может быть, с них все выпадет. Да, бля. Если с них хилок вылетит, то... Нет, ничего не вылетело. Ладно, давай назад, короче говоря, мы возьмем... Бля, можно напополам? Давай хп возьмем, что делать. Это важнее. Как говорится, любишь яйца чухать, люби и пальцы нюхать. А там что-то наверху, по-моему, есть. Ладно. Вот прям камера чисто. GTA London. О, еще два ящичка. Вот тут мы как раз и подрежем манны себе. Не зря дают всяких вкусностей, сейчас замес будет.
А че никого нет? Как можно чухать без нюхать? Как можно чухать без нюхать? Так же, как нюхать, только наоборот. Я вообще без понятия, я в этом не спец особо. Я, знаете ли, не часто чухаю. Ай, блядь. А, кстати, он не попал. Тихо. Короче, главное не жадничать. О, тихо-тихо-тихо. Давай. Да, блядь. Серьезно, насколько, блядь, непрерывно надо его лупить и близко к нему стоять, чтобы успеть и комбо херачить, еще и ловить его в захват. Ну, давай. А я его перепиздил. А, нет, подожди. Почему с него вылетели орбы? Да ёб твою мать. Пока хватать пытаешься одного, тебя второй удохает. Так, ладно, он просто от старости сдох. Я его измором взял. Тихо. Ну, доставай. Вот, а надо было-то всего. Чик и все. А, их. Точно. Их же надо раз за там два что-то накурить, по-моему. Бля, не успел. Но тут надо четенько попадать. О, ну. Ну не, я не достану. Вот эти, блядь. Расстояние, сука, рваная, блять, заграбал меня, значит. Давай. Все, да. Бля, как не вовремя он вырубается. Серьезно? Ну да. Этого замеса стоило ожидать. Чтобы передышку небольшую бы сделали, да? Я бы был так счастлив. Но, в принципе, пока они толпой, они как бы все могут опизделиваться. Слушай, а давай-ка мы... Мне не дадут, да, залезть? Понятно. Даже можно было не пытаться, они, блядь, окружают просто со всех сторон и ебожат, блядь. Я не успею. Умерли-бумерли. Ну давай еще раз. Когда эти утырки появляются, надо тихо гнев богов, короче, бахнуть на них, да и все. Ну типа берсерк, вся херня. Ладно, экономим. И манны, да, можно же, точно. Что-то я ничем не пользуюсь, пытаюсь так чисто на шару их прохерачить, а там не получится. Я же не настолько профессиональный игрок. В лысого. Лысого, так сказать, немного гонят. Тига, ну, давай. Успеем, да, успел. Все, валим. Это развод, короче. Я запомнил. Real Dogs Got a Far. Hello. I'm Speak Russia. Я так понимаю, это что-то вроде... А, все, тот сам не дал ему жить. Человек, может быть, пришел с чистыми намерениями. А ты его за дискриминацию. Ой, блядь, задолбали они его досыпь-то. Так, что-то я на гоблинах много потерял вообще. Ну, быстрее успел? Нет, не успел. До свидули. Ты одного ухватаешь просто. По тебе второй ебашит просто и не дает ничего сделать. Ну да, кстати, есть такое. У нее биполярка типичная. Так, оп-оп. Давай. Посейдончика, как вам? Петушня.
Вот эти вот самые вредные, а других мы разберем. Блять, еще вылезают. Ну да, точно, у меня родных-то мало. Так, стой. Есть один нюанс. О. Ну тут-то у нас нычечка есть. Пусть они там себе тусуются. То хпшечки немножко не хватает. О. Нормально, ща мы их кувыркнем. Да нет, это не тяжелый характер. Он, когда... Если я правильно понял, он, по-моему, семью свою завалил, отсюда у него, короче, шизофрения и расстройства. Он то орет на всех, то у него жажда убийства, вроде спокойно разговаривает. Это странно. Для мужчины его лет. С богами разговаривает какими-то, которые не факт, что существуют вообще. Кто знает, может он эти мотыги похватал и решил просто в нервной почве всех повалить. Все ему люди кажутся вот монстрами, типа вот этими. Так, короче, Левацовский. О, сразу всем пиздец наступает, просто. Аллилуйя, понимаете. Вот побольше бы мне врагов. Надеюсь, они будут успевать вылезать. Но. Я что-то не успел запалить. Я успеваю. А здоровье восстанавливаю, пока я на них нападаю или нет. По идее, всегда же в играх было, когда бессерка включаешь, у тебя реген идет. А там у этого урода анимация не прошла нормально. Кратос приемный. Приемный на самом деле. Кратос приемный шарец. Ну пока по сюжету тебе же ничего не рассказывают там. Кто кому. Куда чего. Пока полководец Кратос только убивал людей много-много. Понятно. По-моему, я тороплюсь. На PS25, ну. Чё ж там мелочить? Я что-то такое прочитал, что типа пятую плойку и карабоксы можно типа на Озоне заказывать. Вроде как там что-то такое. Наладили поставки. И вроде как по этой, как его, цене-то, блядь. Рекомендованный. Ну, без всяких там накруток и подобной херни. Так что, возможно, в скором будущем консольки станут эти доступны. Так, давайте все-таки на хп-хи возьмем. Ну, я вообще не стремлюсь какую-либо вот из нынешнего поколения консолей покупать. Нахер они срались там. На пятой плойке играть не во что, а карабокс как бы нахрен нужен, если есть комп. Все равно он эксклюзивами карабокс не блещет. Единственное, что-то взять из геймпасса поломать. Да, вон но... в магазине по 60 штук лежит. Нафиг надо пока что. Ну конечно, рано еще. Да и в принципе, вот серьезно, когда пятая плойка-то у нас выскочила? Вот два назад, я уже не помню. А игр-то что там, Returnal? Что еще? Horizon Forbidden West? И все вроде. Так сказать, раз-два я общался. Ну смысл платить столько бабок, чтобы что, блин, поюзать этот виртуозный геймпад Evolution DualSense? Да нет. Сегодня где-то видел, чувак говорит, за год два геймпада наебнулось по 9 косарей. А если бы у него какая-нибудь проблема была с этим, с гарантией, просто сказали бы, иди нахер, не гарантийный случай, чувак. 9 штук за геймпадик, просто вот так, как с куста нахер. А другие это падлы геймпады не хавают.
Кстати, а Xbox One, по-моему, точнее Xbox S X серия, вроде как жрет карабоксовские 360-го геймпада. Если я не ошибаюсь. Так вот, на пятой плойке там лобать не во что. А никаких инновационных штук они прям не сделали. Единицы игр заточены прям под этот геймпад. На видеоху 4080, а DualShock можно отдельно на ПК взять. И да, можно. Теперь все официально поддерживает. Да, можно, можно. Я вот думаю себе DualSense этот пятый взять, но что-то как-то я не знаю. Не знаю пока. Посмотрим, может быть возьму. Пока геймпадов просто вон, я не знаю, хоть жопой жу. Скоро ящик сломается. От второй плойки, от третьей плойки. От второй, по-моему, у меня один геймпад. От третьей плойки, по-моему, у меня три, что ли, геймпада. От второй два. Для компа еще пару геймпадов. Карабоксовский джойк. Куда еще-то? Можно этими геймпадами обложиться и анонировать просто до истерии, пока кровь из носа не пойдет. Тем более они стоят сейчас как сбитый Боинг. За пятеру, тысяч за 6, ну, максимум бы я, может, и взял его поюзать. Но опять же, надо, чтобы такие игры, которые были под него заточены, чтобы действительно заплатить бабло и почувствовать то, что ты такой крутой, короче, геймпад купил, который вот действительно свои функции, вот обещанные, тебе показывают. Кстати, я обратно вернулся, где был в самом начале. Только надо, по-моему, сейчас в левую сторону сходить, посмотреть, что там есть. А так пока я не знаю. Ну, особо не вижу смысла. Пускай игр напилят, там, я не знаю, конкретно. Вот, смотрите, у нас вот это есть. Можно пользоваться, типа... Проходите, наслаждайтесь, платите бабло. Я не против, как бы, за такие бабки, как бы, поюзать, там, вот эти курки, там, туда-сюда. Хотя на геймпаде шутеры стрелять, ну, такое себе удовольствие. И вот этот у них, типа, акселометр, вроде как, круто сделанный. Хотя, Nintendo Switch уже на пару лет раньше это сделал. Не знаю. Так, от них и заняться можно как-нибудь взять. Но это опять же, когда я буду богатым, сочным мужчиной. В полном развитии сил. А так пока и карабоксовского геймпада хватает. Причем к тому же он присасывается без проблем к любой игре, как бы. DualSense, наверное, сейчас тоже, да? Но. Цены пока кусаются, нихер делать. Сейчас вообще, в принципе, из техники, вот за этими санкциями, что-то не очень хочется что-то покупать. Да, на третий левел я, походу, до конца игры буду копить. И на четвертый, получается. На четвертый. Что-то он бегает, как будто его только что с коня сняли. Просто обратите внимание, какое у него расстояние между ног. Он у него по своему косолапие. В Спарте, наверное, ноги не стягивали пеленками. Поэтому он косолапый. Кратос, дальше путешествие будет опасным, но ты должен закончить его, если надеешься спасти Афины. Как будто он до этого не был опасным. Я говорил о ящике Пандоры. Он существует. Ящик существует. Это самое мощное оружие, которым может владеть смертный. И с этим оружием я смогу уничтожить Ароса. С ящиком Пандоры многое становится возможным, но он хорошо скрыт. Далеко, в пустыне потерянных душ. Есть проход через пески смертных. Не Гаврилов же озвучивает. Не Гаврилов. Жаль, не Гаврилов. Только они смогут провести тебя к Титану Кроносу. Титаны живы? Кронос последний.
Зевс приказал цепями приковать... Ебать, она пухший с банана, походу. А затем отправил его бесконечно блуждать по пустыне, пока пески не разорвут его плоть до костей. MR.toaster. Это фанатский, скорее, перевод. Твое путешествие... Он неофициальный, он, скорее всего, фанатский. Вернись обратно в Афины с ящиком Пандоры. Следуй за песней сирен, Кратос. Найди и уничтожь их всех, и путь через смертельные пески будет открыт тебе. Понял, принял. Хорошо, чёрт. Сейчас найдем что-нибудь. Следуй за песней сирен, Кратос. А я должен слушать песни сирен. По-моему, в греческой мифологии сирены тусовались явно не в пустынях. И чё мне надо? Просто вперед бежать? Либо ориентироваться на звук? И чё? Тридцать дней Моисей водил их по пустыне, блядь. Куда идти-то? Траву нашел. О, сундук. Ну, плюс-минус я в верном направлении. Ну, скорее всего, если Хроноса этого показали, вроде Хроноса его зовут здоровенный великан, сейчас мы ему, нам придется в конце этого левела ему в зубы пердеть, чтобы он подох и отдал мне этот ящик Пандоры. Какие сирены? Что тут должно орать? Я не понимаю. О! Они с левой стороны. Причем шум-то нарастает. Я бегу вправо, а шум нарастает слева. Бля, глушит. Нихуя таким бродингом до метку хлебнуть. Реакция мангуста. Прыжок мангуста. Я не хоть мудоха. Блять, на главное на мне ебашь это все. Бля, сохранение было 10 тысяч лет назад, да. О, наконец-то. Стоять, зорька. Я вижу сосок ее, походу. Чтобы продолжить свой путь, ты должен найти и уничтожить две сирены. Угу. Взял их, рептину сломал, из нее Каспер вылетел и все. Окей. Не, надо хилиться определенно. Сейчас мы еще потрещим. Бля, я ману взял. Ну, ёптить в каку, а? Лысый, ты чё меня расстраиваешь? Чтобы продолжить свой путь... Да, это я понял. Вот опять, короче, мужик озвучивает Афину. Это же Афина у нас. Косяк, косяк, надо было хилиться. Походу, я вторую уже эту курву не вывезу просто. Может быть, конечно, ящичек-то найдется какой. Скорее всего, это круглое помещение, ну, круглая большая комната, как бы. И если бы не было тумана, вот прям как выдернутого из второго Silent Hill'а, ну и первого тоже. Да, и, наверное, со всех Silent Hill'ов. Короче говоря, если бы не туман, можно было бы гораздо проще их найти. Просто камеру чуть-чуть дальше сделать и все. Все будет проходиться за 5 секунд. А так будем, не знаю, вслепую бегать, пока не найдется. Можно пока что-нибудь. А что-нибудь поболтать? Сегодня Мёрбиус смотрел. Пришел с ночной работы. Ну, с ночной работы. Я бабочкой работаю, значит, проститутом. Вот, пришел я, значит, со своей проституточной. И думаю, дай-ка что-нибудь включу себе перед сном. Вот.
Морбиус, оказывается, вышел в качестве. Вон там ящик есть. Короче, посмотрел. Ну, такое вообще. Очень много вопросов к фильму. Типа, нахрена Джаред Лето не, полфильма не завязывает шнурки? Что вообще за хрень там творится? Короче говоря, такие нюансовые вопросы, типа, ну, такое ощущение, знаешь, киноляпы. И причем они 7 раз этот фильм переносили и как-то выстрадали его. Хотя сюжет просто банален, да нельзя. Короче говоря, чтобы этот фильм хоть как-то показался чуть выше среднячка, точнее среднячком, это нужно охрененно любить Джареда Лето и серии мультиков про Человека-паука, про этого Морбиуса. Вот мультики конкретно 94 года, которые. Все остальное, ну такое, как бы, я не знаю. Если вот это вот все отвлечь и просто смотреть это как попкорновое кино, вообще не катит просто. Сюжет банальный, скучно все. Но графоний неплохой. Ирил Гаоси, почему чел пердит в муху? Странные вопросы. Походу, фильм полная лажа. Ну, он просто очень простенький. Ну, как-то начинается, жух-жух, быстренько, хлоп, и закончили. И все, ты такой сидишь, короче, а че, уже конец, да, типа? Полтора часа. Этому фильму не хватает, во-первых, более какого-то раскрытия персонажей, чтобы у тебя... Ну, хоть какое-то они сочувствие, я не знаю, вызывали, хоть какие-то вообще эмоции просто. А тут раз Морбиус придумал, короче говоря, вакцину, сам стал вампиром, кореш его стал вампиром. Попиздились, все, конец фильма. Чё? Вот если бы я пошел бы в кинотеатр, мне было бы жалко денег. Вон так уровень носится. Иди сюда. Так, вот этих холочей, блядь, мне еще не хватало. Ну, быстрее хватай ее. Хорош. По идее, должна хоть как-то... Может, чекпоинт есть между этими сволочами? Уничтожить последнюю сирену? Я думаю, чекпоинт есть между этими. Так, давай. Я попробую похилиться. Бля, плохо дело. Вот, и очень странно, почему его переносили-то 7 раз. Может быть, там, не знаю, какие-то разы там доснимали. Если доснимали и делали какой-то монтаж там и так далее, то это очень печально. Они, значит, очень много с фильма вырезали скорее. Кстати, говорили то, что да, вырезали этот какие-то там приколюхи, которые делали отсылки к какому-то пауку вроде, который должен выходить именно во вселенной Sony. Не Марвеловской. А какой-то там другое они хотели замутить, вроде с Гарфилдом продолжение. Ну хватай. Ну хватай ты. Блядь, чё ты за мудак, а? Ну хватай. Наконец. Раз 50, наверное, на кнопку прожал. Потом вот так сообразил то, что он его с головы тряс. Так, ну я чуть-чуть отхилился. Бабенка, кстати, где-то рядом. И вот, кстати, если кто смотрел этого Венома, а вот прям Веном то же самое.
первая часть Венома просто в копейку сюжет, что и Морбиус. Единственное, что другие персонажи. Есть один Веном, есть второй Веном. В конце драка. Все. Над сюжетом, наверное, думали просто, ну не знаю, секунд 5, наверное. В этом плане Marvel хоть как-то заморачивается, там соединяет их, там чик-чик, хоть что-то. Мне нравится, в принципе, смотреть оригины, то есть конкретно вот про каких-то персонажей, там как становление, там как его, там не знаю, кто-то кого-то укусил, там допустим. А вот, и тот стал, не знаю, там, блин, какой-нибудь членосвиньей, короче. Ну а вот это вот. Когда одно и то же ты смотришь, только под разными этими, это становится скучно. Она же где-то рядом. Да, такое ощущение, что она где-то рядом со мной летает. Теперь по центру звук. Бля, где она? О. Ну. Что как-то вокруг да около бегаю. Либо она перемещается, не знаю. Вообще ускакала куда-то. Назад возвращается или нету, да? Походу она перемещается. Давай на шару бегать. Причем возвращаясь на то же место, где ты только что был. И все, и она больше не воет тут. Иди-ка сюда. Курву задавить. Катсцена пройдет, я думаю, пройдет будет чекпоинт. А ёлка-мать. О, тихо-тихо, стой, да, бля. Да, серьезно, дай подойти-то. О, нормально. Продавил гусенка. Сейчас Минотавра. Уничтожена, Кратос. Теперь ты можешь продолжить свой путь. Сейчас Минотавров аккуратненько подзавалить. Тихо, не пужим. Да серьезно, как он меня задел-то? Блять, походил. Ах ты, ёбаный урод. Давай, чекпоинт. Серьезно, с самого начала. Блять. Точно с самого начала? Да, ни одной сирены не горит. Ладно, я сундук, короче, оставлю на крайний случай, во-первых. Главное его потом грамотно заюзать.
они перемещаются, потому что звук постоянно. Я тут первую-то я первую-то поймал там вон прямо возле входа, а сейчас ее там нет. Не получилось Минотавра. Плохо видно этот, как его, плохо видно их атаки, когда он по тебе лупит, ты увидишь, что он замахивается, но не всегда их хорошо получается проходить. Где эта сучка летает? Я ее только что видел неподалеку. Бля, она куда-то ушуршала. Можно было бы вокруг себя камерой крутить, было бы проще найти. Хотя бы через этот трэш, бля, песковый. Ну и чё, где она? Звук в правое ухо перетек. Но ее нету тут. Там тупик. Вон она там пасется. Все, все, вижу, сейчас мы ее пизды дадим. Давай, 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 давай. А, вот они летают, потому что. Остальных надо как-то, я не знаю, от Минотавров может уводить. Нет? Чтобы продолжить свой... Да заткнись. Нужно найти и уничтожить две сирены. В принципе, завалив вторую, можно сбегать, если что, отхилиться. И потом бодать остальных. А, вторую, если последнюю. А, засчитали ящики, которые я собирал? Ну да, странно, сирены не засчитали, ящики и засчитали. Чалька. Так, ну другая где-то по диагонали. По сути, это же помещение круглое. Не очень большое. О! На ящик наорал, а он так и не открылся. Че, никого нету? Эй, люди, есть тут кто-нибудь? Вот их, по-моему, где-то была. А нет, это я, он орбы всасывает. Лысый сосун. А где? Где баба? А, давай до упора добегу. Тишина. Сундучок. Ну ты хоть пискнешь, Сэнк, я не знаю. Эй! Все чики разбежались. Надо показать татуированный ствол Кратоса, короче, они по-любому светятся все. Хотя бы на запах. Хотя тут такая буря, наверное, ничего не почувствует. Интересно, как часто с партией умыли член? Наверное, раз в месяц. Кстати, в Древней Греции была специально такая профессия, которая, там же были общественные туалеты, и как бы посидеть, покакать толпой и об этом хорошенько попиздеть на каменной такой длинной плите с углублениями для жоп. Это было как бы, ну, моветон вообще. А не моветон, типа нормальная тема. Вот. И существовала такая профессия, которая подразумевала чувака, который бежит
вперед своего, так сказать, работодателя, греет ему сортир своей, видимо, жопой, я не знаю, может быть, они какие-то факелы разжигали, чтобы потом вельможа, скажем так, богатый чин, пришел и сел жопой на теплый камень. Такие дела. Где они все? Вообще ни одно не слышно. Так, давай, короче говоря, от центра просто прямо. Ну да, под таким вот ракурсом, конечно. Где прямо, хер его знает. Да, в ГОКе такие традиции. Мы сейчас, короче говоря, мы греем сортиры мастерам, мастера греют на сортиры начальника. Начальники греют инженерам, там, повыше и так далее, короче. Ну и все доходит как бы до абсурда. Что-то ни одной бабы, правда. Что за хрень? Вообще тишина. Может, игра поломалась? Их нет. Ну, что-то отдаленное, по-моему. Ирил Гаоси. Нет, брат. Прям ночь в ковдоре. Что за хрень, правда? Вторая хотя бы быстрее находилась. Тем более, с учетом того, что они хоть как-то перемещаются по какому-то определенному кругу, я должен уже в любом случае хотя бы одну услышать. Нет? На одну я плюс-минус, по-моему, где-то возле стенки поймал. Давай чуть-чуть подальше. И все. Куда все делись-то? Чё за хрень? Ну-ка. Блять, никого. Может, поломалось чё? Типа, перезагрузить надо? Не зареспавнились просто тёлочки. Сейчас просто не сворачивая, добегу до упора. Если нет, я попробую, короче, перезагрузиться. Какая-то дичь. Давай, рестарт чекпоинта. Какая-то хрень. Вот, тут же одна. Вот, она куда-то в сторону убрала и все. Причем очень отдаленно ее было слышно. Стоять, иди сюда. Ну, лови ты тут, свинин. Быстрее. Чтобы продолжить... Да. Уничтожить две сирены. Да.
Мэр.тостер. Купил котлеты, написано чесночные, буду чистить. Да, я думаю, там чеснока просто, знаешь, порошка насыпали, короче. И все, типа, чесночный. Самые клевые котлеты самопальные. Берешь просто фарш, яйцо и немножко мякиша батона. И все. Все это дело перемешиваешь, соль, перец по вкусу. Зачем, Максимус? Котлеты. Батоны охуительные, бля. Бля, ну серьезно? Опять какая-то херня, короче, я не знаю, где их искать. Ветер воет. Скрежещет какая-то херня, тёлок нет. Да нет, дверь-то нахуй. Может, надо дверь пиздануть? Да не, не. Дело не... Тихо. Нет, дело не в двери. Кирилл Гаусин. Вот, внизу была песня. О, тихо. А походу в прошлый раз недостаточно вниз бежал. Блять, все, упор. И она удрала куда-то. Тихо. Нет, возвращаемся прямо на ту платформу. К сундуку. Все, да, ее нету. Зашибись. Она куда-то ускакала в правую сторону, по-моему. Нет, вот она. Кирилл Гаусин, левее. Звук уходит направо, я думал вправо, направо ее искать. ХП хизницы с покерваны. Блять. Ну а два минотавра мне точно нахуй не хватало. Давай, гусенка придави. О. Сейчас придется к двери вернуться, чтобы отхилиться. Да нет, вроде я там по каналам ничего не менял. Возможно, у меня правый наушник и левый наушник. Не станет перепутаны. Нехуй делать. Блядь, да лови ты его. Все. Тут главное спамить прямо на кнопку. До изнеможения. Шас. Если не пожить, ну, блядь, нехорошо наблюдать за этим уродом. Можно с помощью него отхилиться и... Ёлки не возвращаться. Двери, точнее. Оп, хватай. Хватай. Нормально.
Бля, на всякий все-таки сбегать. Я не буду рисковать заново еще этих свиней искать, потому что, ну, это труба. Я сбегу отхилить, короче. Причем я уже на бабу бегу. Ну ладно. Я, конечно, не настаивал на этот бой, но придется. Вон она ходит. Главное порезка, но я занудохась. Блять. Ну. Давай. Давай, лысый чпок. Блять. Так, Минотавр явно медленнее ее. А она постоянно выебывает куда-то. Стоять. На этом, кстати, тоже можно сыграть. Как они так быстро меня догнали? Тихо. Бля, ну они могут меня замудохать, вот в чем проблема. Да. Теперь ты можешь продолжить. Я не знаю, стоит ли рискнуть и попробовать их захерачить еще раз. Чего? Что-то не пришло сообщение. Я прослушал. О, один попался. Все мы с помощью его отхилимся. Так, давай второго. О! Все, базар Адира. Хранаем. Здесь сюда разлой. Ну, гораздо лучше, чем первый раз получилось. Иди, может, еще ящик какой найду по дороге. Так, ну, я понял, да. Мне получается направо и до упора. Вот эти сволочи там тусят. Так, ждем зеленку. Хорошо. И сохраняемся. Ок, качнусь. Чё же нет? Бля, сколько прокачки. Не, мне кажется, за всю игру, сколько бы ты там тебе не надавали хп всяких там. Ой, не, ну. Орбов, ты максимум два оружия можешь прокачать. Не факт, что полностью даже. Уж очень потребительные это эти клинки хаоса. Как больше еще орбов выбивать, я не знаю. Механизмы? Ну да, с такими камерами. Самое то по механизмам скакать. И чё? Канави. Да, понятно.
Так и чё, куда? Мне нужно догадываться. А, вот, R2, точно. О. Надо прям спамить по кнопочке. Так, серьезно, как быстрее еще нажимать? После этой игры реально очень сильно руки, блядь, устают. Потому что часто попадаются такие штуки, что тебе надо прям лупить по кнопке с очень большой скоростью. Да, спите, блядь. Они быстро подохли. Так, давай я еще раз добегаю. Чтобы не было сюрпризов. Все выбежали отсюда. Так. Ага. Чемодан сам не едет. Я так понял, что его заживать должно этот камень. Тогда я так понял, что эти будут у тебя прям респавниться, но что хотят-то, блять? Ты пихаешь камни под этот, под эти шипы, ну и что толку? Враги на тебя летят. Вот и я чё. У тебя есть камень, у тебя есть шипы. Пояснительный приказ, пожалуйста. Вот, и чё с этого так, так, ну? Тонуть может. Ну, блядь, да, он быстрее разбился, и что? Может быть, несколько камней надо туда швырнуть? Яшечки непонятно. Почему враги на тебя летят, когда ты уже вот прям рядом с этой штукой? Нужно мне не сломать камень или что? Или наоборот сломать эти шипы? Ну, хуяк, зажевывайте все. И уже никто на меня не нападает. Надо, я не понял.
с этой хрени ты прыгаешь. MR.тост. Надо встать на камень и прыгнуть вверх, глянуть его. Вот. Да. Вон там у нас приступочка есть, куда можно запихаться, запрыгнуть. Надо только по-быстренькому камень толкать только, блядь, в другую сторону. Так, мы его тут держим и пинаем. Чик. Так, чик. Вот так, опа. Ну. Надо максимально его запердолить к стене. О, блядь. Не успел. О. Короче, камень ошибок не прощает. Да ёбаный ты, урод. Ну его можно, в принципе, и так, только долго. Зато надёжно. Эй, блядь. Да что ты за пидор-то, а? Он как-то очень ему по-мудацки начинает себя вести возле вот этого вот карниза. Блять, вовремя вообще ты прискакал. Я толкаем до конца. Слушай, а может его в краешек? Нет, он его так не цепляет. Все, наконец. А. Любят они голову поделать. Мало-мало. Ну, недотыкомка. Никто не нападает. А у где все? Так, это я так понимаю, что какой-то спичка стрел, да? А не, это рок. Сейчас дудеть будем во все. И сейчас этот вылетит Хронос или как его там? Все, пойдем. Ну, он должен этот Хронос вылезти. Просто так мне ящик Пандоры же никто не отдаст. Ну и, скорее всего, финальный бой с Аресом будет. Если вдруг я сегодня успею пройти первую часть, то сразу же, не теряя времени, так сказать, запускаем вторую. Что, еще надо куда-нибудь думать? Бля, как у нас прям на работу, чтобы попасть, надо, блядь, 508 трубок пройти. Там дунуть, здесь давление померить, потом еще дунуть. Как будто ты вот по прохождению моста небольшого, ты успеешь набухаться. А все, сдули рог куда-то. Теперь две сирены. Три сирены. Я видел я соски. Давай. Чё. Ну, вообще бы берсерк пригодился, конечно.
размотать хотя бы одну уже попроще будет. Вот. Минус одна. Ебальником ее пол, да, так и надо. Че она вылезла, поход? Или я ту не давил? Комплексная пиздюля. Да, как он? Угарный ебачем об пол хряет. О, минус одна точно. Вторая. Чик. Еще. Бля, и там еще одна появляется. Позволь мне у богов вселиться в твои клинки, Кратос. Да погоди ты, не ори. О, заводы. Бля, такое ощущение, почему не появляется? Я, значит, что-то не то делаю. Перепалнец. Тихо, а, я успел, но анимация не влетел. А вправду что-то я не то делал. Они, блядь, вылазят и вылазят. Просто их выкидывать откуда-то надо. Да нет. Самому сигануть тоже не получается. Че надо от меня опять? Это как с сундуком такая же хуйня сейчас была, с камнем. С них хотя бы хпшка вылетает. Не тратить больше, чем не дают. О, теперь вроде одна осталась. Нормально. Ну, хватайте ее за сиськи прям. О. Чик-чик. Угу. То есть, короче, несколько раз просто надо было их ебануть. Ачивку дали, заткнитесь, называется. О, и дудка появилась. Бульбулятор огромный. Бонг, можно как угодно называть. Суть от этого не меняется. Р2. О, напердел. Сейчас этот Хроностон, да, к нам поближе подойдет. Это у него там на спине ящик Пандоры? MR.Toaster. Да ща бы такую игру не пропустили бы. Да, наверное. Слишком много обнаженки. Кровавые, ну, кровавые, ладно. Последний из могущественных титанов появился среди песков пустыни. На его спине ожидал храм Пандоры. Массивный и терпеливый. Не, ну, ебло, конечно, у меня. Каждому, кто пришел в поисках того, что он охранял. Бля, Кратос ему может в ноздрю залезть, и он даже не заметит, наверное. Ну или в очко просто. Он в ухо заползет? Бля, ты крыса, а? Ну чё он крутится, как Человек-паук около него? Вспомнился этот каламбур, когда в течение 236 серий он будет ползти на этого мужика. Ну это пиздец, что такое большое? В течение 3 дней Кратос поднимался на вершину. 3 дня полз по челу. Либо он заберет ящик Пандоры, либо погибнет в проклятом храме. Либо состарится просто. Чтобы никогда не возвратиться в мир людской. Я, значит, получается, сейчас на Хроносе, на мужике это. А чем мы никуда не перемещаемся? Он остановился, что ли, больше не идет?
Давай тогда, коль такое сохранение, давай сейчас перекурчик забацаем, да? Подразмяться маленько. Сейчас подойду. Давайте, 3 минуты. Ну, продолжаем. Храм Пандоры. Я думал, коробку Пандоры ищем. Я почему-то в храм пробежал. Окей. Ну, наверх надо? Ну, да. Тут у него, короче, какая-то жизнь вообще на спине уже завелась. Мужик, наверное, даже не в курсе. Кони откуда-то. Так, тихо, не то. Вот это. Еще один ящик должен быть, да. Потом ворота здесь откроются. Сначала там нужно кого-то размотать. Ждем. Оп. А то даже никак не забраться. И что делать? Он не цепляется. Высоковато. Там еще внизу какой-то механизм. Погоди. Ну куда? Слушай, да нет. По поворотам забраться. Тоже нет. Так, давай вот тут тогда посмотрим. А, все нормально.
что слышал, так прикольно, ты бежишь просто по коридору. Не спутаешь никуда, никогда почти. Куда тебе надо? Так это горгулья зловеще. Что-то давненько я, кстати, секретиков каких-то не находил. Еще 1700. Так. Это мы берем, да? Ступеньки себе забасал, короче. Да, и быстрее. Все. Значит, ты думаешь, что сможешь завоевать храм богов? Не, катсцены тут определенно со второй плойки. Рано или поздно гарпи принесут то, что останется тебя сюда, чтобы сжечь. Боги скрыли ящик Пандоры здесь таким образом, чтобы никакой смертный никогда не смог овладеть им. И все же, год за годом, я открываю врата для большего количества солдат и сжигаю все больше тел в этом огне. На твоем месте я бы ушел сейчас. Но я вижу, что ты настроен решительно. Очень хорошо. Мы будем с этими клювожорами биться по-любому. Может быть, боги дадут тебе силу, чтобы преодолеть опасности, которые лежат перед тобой. Удачи, спартанец. И все, достаточно было с ним потрещать. Ладно, мужика не будем тогда отвлекать. Пусть занимается своей работой. Так, у меня все собрано, да? Ну-ка, а что если его ебнуть? Все как всегда. Безумцы и дураки ищут славу. Уж я-то знаю. Как ты можешь видеть, как бы по моему растерзанному виду, я был первым, кто пытался найти ящик в храме. Первым. И погиб. Боги наказали меня за это. Теперь я за всем этим присматриваю. А мужика... вообще вывезли, по-моему, с первой плойки. А, полезли. Ну понятно, пока их не размотаешь, я к тебе не проход. Такие же гоблины, короче. Давай так. Буква Ю, вы мне по хую. Ну, хватай. Блять, не так много. Ну, быстрей. Серьезно? Ну сколько быстро надо это продумать? Че он меня лупит-то, я не понимаю. Блять. Неужели? Вот так же, как в Devil May Cry, у тебя закрываются стенки, и там красная какая-нибудь хрень, морда какая-нибудь торчит, пока ты всех не размотаешь, и ты туда не пройдешь. Как-то. Но, я вот не помню, по-моему, Devil May Cry... И пораньше вышел, чем God of War. По-моему, My Cry 3 года, а God of War 5. Ну, очень много всякого взяли. Да ёпта, он заебал валяться. Ага, эти еще у нас и таранить имеют. О, тройной удар. Нет.
Блять. На канале я прошел только пятую. А так вообще проходил. Блять, да что ему надо, я не понимаю. Он не бьет его почему-то. Позволь гневу богов вселиться в твои клинки, Кратос. Я могу подохнуть. На канале я только прошел пятую часть. А, так вообще проходил третью, четвертую, DMC и вот пятую. Я думаю, тоже надо будет как-нибудь запилить и третью, и четвертую, и DMC на канале. Ну так, чисто для полноты картины, короче, скажем так. Они же тоже, в принципе, неплохие. Третья так вообще топчик, как бы. Четвертая тоже мне понравилась. DMC, ну так. Ну тоже можно полобать. Самая такая, не очень, это пятая. Там Данте какого-то полудурка сделали просто. А какую сторону? А, он сам это. Он сам крутит. Все, наконец-то эти пески сраные перестали лететь. Даже нихера же не видно было. Ой, бля, вот эти вот петушня, конечно. Самое опасное — это вот эти чуваки в касках. Жонглируем немножко. А, зубами его в землю воткнул. Блядь. Этот удар у них много отнимает. Все? Кончились. Слава кукушкам. Я не знаю, в принципе, давай, наверное, манну, да? Поднимем. А этот ящик маны не дает вообще. Шикардос. Может, ящика уже не было? Не было. Ладно, давай дальше. Вон тут еще какой-то проход. Главное, тут вообще прям пурга какая-то дует, судя по звуку, а сюда заходишь — вообще тишина гробовая. Ну тут сейчас мне дадут какое-то оружие. Изображение богини Афины. Ну, давай почитаем. В книге написано: этот храм был возведен во славу и воле всемогущего бога Зевса. Только храбрейший сможет разгадать загадки и миновать все опасности, только один обретет огромную силу. Все другие встретят свою судьбу. Патос Вердес III, главный архитектор и верный слуга богов. Патос Вердес. Я думал, кто-то списали такие раньше. Это буковки загораются. Патос Вердефорт. А туда-то ничего не надо? Что за хрень? Почему за такой закуток надо было прям рисовать? Чтобы что, сюда зайти и посмотреть все? Может быть, в обратку, кстати, эта штука сработает. Скорее всего, надо будет же отсюда выходить, правильно? Когда-то. Кольцо Пандоры. Рекционное кольцо. Непростое украшение. Нет, давай нахрен, я лучше вперед пойду. Ненавижу игры, когда вот крэш такой, вот херня, она постоянно включалась, когда камера... Здорово.
Здорово, Лисок. Когда ты бежишь на камеру, короче, и за тобой кто-нибудь еще несется, и у тебя просто очень маленькое расстояние от персонажа, твоего экрана, скажем так, и ты не видишь, куда бежишь. Не видишь, что впереди. Крэш любил такой херней пострадать. Проход. Ну и чего? Это что такое? Дверь, кажется, закрыта, дверь, отверстие, череп. Череп, надо еще один череп ставить. О, тут все весело. Бля, а что, можно как-нибудь до конца добежать? Или мне прям туда и надо? На потайную стенку немножко похоже было. Да нет, походу. Она просто по кругу. Давай назад. Пойдем туда, где зубы всякие. Где-то туда они смыкаются. Он по этим, по отметкам на полу видно. Блять, близко. Так. Вот так где-то. Аккуратненько себя ведем. Не торопимся. Времени вполне достаточно на это дело дает. Так, тут надо кем-то, с кем-то биться, что-то чистить. Да, вот они стоят. Голуби сизые. Голуби. Че, я все заберу отсюда. Потом можно сохраняться. И можно еще в этот, на прокачку влить. Вот, подсобирал маленько. Блин, ну я не знаю, что брать. Давай ману что делать. Все, сейчас сохранить, короче. Очень хочется вот в эту воду сиганать. Скорее всего, так и придется сделать. Возможно, плавать надо. Сохранено. Что там за рычаг такой? Сейчас подожди. Не то. Что за рычаг такой? Он дает. Так, эти все штуки раздвинулись. Появилась платформа в самом начале. Чтобы, блядь, все пооткрывалось. Трусь, не знаю, какого. Механизмы какие. А череп-то где? Угу. Надо сюда череп вставить сначала, а потом уже это. Тут проход. Погоди, надо, короче, прям сходить туда, где показали. Возможно, там ничего не будет, но будет, где будет проход. Ну, где вода. Вот оно что. Мы сейчас дырку будем искать, да? Бля, а может мне в воду надо было? Стоять. Музы дочери Зевса, сделаны из чистого золота, двух изображений нет. Что мне должно об этом сказать? Надо типа два изображения еще запекать. Дальше поехали. Если он по кругу сейчас обойдет и ничего не будет, тогда придется в воду нырять, что-то там творить. Типа в воде я найду этот, как его, найду две фигуры, их надо будет поставить сюда, потом сомкнуть это кольцо, и, наверное, будет тихо, будет счастье.
Это Зевса удар. Артемида. Кратос, боги требуют от тебя большего. Четвертая магия. Научился хорошо использовать мечи хаоса, но не одни они будут сопровождать тебя до конца твоей цели. Я предлагаю тебе меч, который использовала для убийства Титана. Возьми этот подарок и используй, чтобы закончить свои поиски. Возьми это оружие, Кратос. Возьми эту силу и используй, чтобы уничтожить своих врагов. Ты получил меч Артемиды. Мастер меча. Включи и выключи меч Артемиды. L1, L2, R2, да? Иди вперед с богами, Кратос. Иди Хорошо. Вперед во имя Олимпа. Да. Ну, я не думаю, что они будут лучше бить, чем клинки хаоса. Потому что, ну, блин, клинки хаоса ты типа с начала игры качаешь. Да вообще в целом они во всей серии есть, так что. Это все доп. Оружие. Значит, что я с водой вообще ничего не понял. Когда воду мере. Хотелось бы ничего не пропускать просто. Ну давай меч посмотрим. Ну, чем он отличается от клюков? Он шестрее бьет, что ли? Да вряд ли. Но ману не расходует. Может, у него какие-то суперудары есть. Это далеко не, кстати, не первое оружие будет в игре. Судя по прокачке, у нас еще будет так. Раз. Стой. Меч Артемида. Еще одно, короче. Одна магия только будет и все. Ну там какой-нибудь пердеж дракона, там я не знаю. Но все равно это. Тихо. Нихуя их тут. Все равно это не дает повод клинки хаоса качать. Не качать точно. Блять, все пизданы. Ваншот. Поэтому тут и было при входе в хранение. Не, в жопу пошли со своим мечом. Клинки на дальнее расстояние бьют. Меч, он вроде чуть-чуть побыстрее, но этот как его бьет только на ближние удары. Я клинками больше народа могу зацепить. Враги не очень сложные, пока вот тут медузы не начнутся. На них можно, в принципе, заюзать этот такого Посейдона там этот хрень. На площадь, короче, которая бьет молнии. Все, все кончились. Нет, еще один. От них надо прям по комнате кататься, пока у них эта массовая истерия не закончится. Блять, начинает одна светить, светят все. Быстрее. У тебя просто какие-то пары секунд на удар, и они опять начинают свистонить. Блять, лохматые.
Давай быстрее. Бля, ну тут бы куру поймать. Не успею. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Быстрее, блядь. А не, я успел. Ни хрена, мне повезло просто. Поймал? Ну, поймай ты ее, блядь. Столько ударов просрал просто. Давай, ну, за куток куда-то улетел. Ну, давай. Блядь, все пизда. Так, ловить я, короче, их просто у меня не получается. Причем я замочил одну, еще одна вылезла. Но... Все, подох. Их тут пятеро становится, заебись вообще. Тут какая-то жопа с ландшафтом вообще. Ну, в смысле, ты бьешься, как бы вот здесь посередине мост, ты за него можешь зацепиться во время этой, во время камбуки. Какие-то закутки ты можешь попасть просто, пока их бьешь там тоже толпой. И плюс тебе буквально какие-то там секунды на удары идут. А потом они сразу же слепить на тебя начинают. Да, это только, по-моему, скакать как блоха и бить по два удара. Все? Нет еще. Перекаты, 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 блять, они окружают просто со всех сторон. Да, фишка их в том, что они толпой тебя атакуют. Блять, ты путаешься постоянно. О, тихо. Пока эти бляди на мосту, их можно, короче, от мудов. Тихо, так вот, и вот так вот. О, они с этой дырки, кстати, вылезают, с этого прохода. Все, валим. Тихо, назад. Блядь. Ну вали ты. Урод нахуй. Истерику богов на них включить. Было бы прикольно, что толпу вот это вот. Из бесконечных этих горгон. Прямо вот это, как его, берсерком замочить. Они бы разлетелись вообще на ура. Ломать, крутить им бошки, по-моему, бесполезняк. Но их толпой еще можно, в принципе, на магию поймать еще. Медузы магия тоже вылетает, манна. Да, медузы. Так, давай их толпой соберем. И ёбнем по бездорожью. Вот так вот. Опа. Сейчас еще прилетит. Ловим на мосту.
сейчас. И вот туда вот еще туда. Чик-чик-чик. Все, валим. Валим. Как вам такое? Ай, блядь, ну быстрее. Ёбак. Я не знаю, как насчет, как надо еще, блядь, сильнее к стикам этим мотылять, чтобы они тебя не треснули просто. Только прием называется «Разъеби геймпад», это все. Я еще думал, как-нибудь это прикольный цифр пройти в Slaughterhouse. Тоже на третьей плоке коробок всего придем. Кровавенько там все происходит. Будем переходить в легкий режим. Но игра хотя бы интересуется, типа, как живется вам по тысячным. Вам по вашему лимиту. Ну-ну-ну-ну. Эх, камбуку прерывали. Петушня. Чё делает? Чё делает? О. Всё? Нет, ещё не медовый. Палец от кнопок уже на этих чуваках устает. Чем потом медуза. Бесконечные. Они окружают и не дают нормально даже уйти так-то. Поэтому лучше, наверное, на мосту, да, разматывать. Нет. Не лучше, блядь, они тут тоже могут окружить. Да, я запнулся куда-то в стенку там. Быстрее! Я хер его знает, правда, как насколько еще быстрее надо, блин, к стикам трясти, что ли? Ну я не знаю, просто я ебашу по нему, ничего не получается. Сложно? Этих сволочей до хрена. Правда, блядь, ничего мне не надо. Не зря же, блин, они мне его дали, и потом в эту комнату запихнули.
ничего, конечно, такого особого прям не делает, но... Может, в этом и есть особенность, то, что он на ближнее расстояние бьет. Давай попробуем. Последний, а последние два. Так, первая медуза отсюда вылезает. Ай, бля, тут тоже она налетает и тебя расхерачивает. Вообще не дает времени просто даже потрясти этим стиком уже. Слушай, а я им... Или вроде побыстрее получается крошить. Меч сильнее. Да. Устали, блин, по пальцам, пальцы устали, по кнопкам херачить. Добивание явно не успеваю сделать. А, идут целят сразу же. Ну, вот одна. Все, валим, валим, валим. Так, три осталось, да? Он жалуется. Все. Вот назад. Блять, она пройти не дает. Ну, сдохните нахер. Блять, у меня один удар остался. О, отхилили чуть-чуть. Да, я вообще, ей вот реально буквально пару ударов осталось, и она меня замочила. Вот ты гнида, а. Короче, их только мечом, походу, можно пройти. Эти, блядь, как мыши лезут просто. Все, медуза. Не дают нормально их побить. О, толпой просто. Сука, окружает. А какие-то тут же отходят. Вот это все шайку лейку, блядь. Попробуй перевали. Да он застревает тут, блядь, у них нахуй. О.
Перекат не получается, потому что он упирается в одну из сволочей. Они постоянно вокруг тебя крутятся, подходят, отходят и так далее. Начинаешь комбо, ты упираешься в одну. Прыгаешь, упираешься в другую. Какая-то жопа вообще. Их очень дохера. Быстрее. Понимаем, тебя палят вообще со всех сторон. Ну, дотянись ты хоть до одной так. Блять, быстрее. Ну, руки хуй, реально от этих сволочей. А, блять. Да подожди ты, блядь, своим легким режимом. Надо как-то и в кратчайшие сроки этих медуз захерачить. Потому что они тебя начинают по полю гонять, и у тебя хп не хватает. Так, последние медузы пошли. Одной тут как-то досталось вроде неплохо так. Она аж в шоке вообще. Вот, они тут же тебя окружают. И выбраться с этого круга, блядь, не дают. Только тебя зацветили, тебе хана. Поймать бы хотя бы, блядь, одну падлу, но быстрее. Да, блять. Давайте вы еще меня нахуй начните окружать, наебаный в рот. Прям в дырки лезут и лезут, а. Плать, вообще жизни не осталось. Ну, в смысле, очень дохера потратил.
Ну. Вот, блядь, толпу бы все накурить. Да, давай, ну куда ты крутишься-то, твою мать? Он в стенку почему-то уперся и катается. Блядь, быстрее. Так, давай, может быть, у них что-то есть. А, хоть немножко хп. Давай, 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 навали ты от них. Быстрее. Матерь одну. Блять, еще вылезает. О. Так, их три осталось. Все, не успеваю. Вроде сдохло, да? Блять, ну последний я хоть должен замочить. Понятно. Это очень нахрен легко. Вот ты падла, а! Короче, расслабился на чуть-чуть. Это группа. Пиздец. Всей толпой налетели, а то удохали просто. Нет жизни не осталось. Ну и пить дальше придет. Да. Я думал, за ними не успеваю.
Ладно, сколько беспрерывнее еще жать на кнопки, я не знаю. Ну, так оно и получается. Ты бьешь одного, тебе второй прилетает в спину, нахуй, и все. Ты, короче, попался. Серьезно. А это не могу, у меня пол здоровья только отняли. Несет за тобой и пытается вплыть прямо на тебя. Ёбаный Windows, да? Дай пройти, но... Иду я за ХП пошел. Я... Ну, катайся. А какая медуза, блин? Перекур, у меня уже тупо пальцы устали нахрен. Сейчас я подойду.
продолжаем подыхать. Кто-то пиндон получил. Ну, давай. Да, затянись ты до них. Так, давай за ХП. Раз, и вот тут еще. Так, минус одна, но сейчас еще вылезут. Три штуки. Бля, может хотя бы здесь ХП есть? Самая сложная фишка в игре, блядь, с этими медузами будет. Ладно, эти ящики не надо бить раньше времени.
Что-то я взял хилоп и ничего не прибавилось. Быстрее! Быстрее! Почему хилы не добавляются? Это была любая херня. Вообще жопа, там еще кто-то. Подожди, там, там, по-моему, какая-то медуза застряла, я не знаю. Бля, ну это жесть вообще. Одна застряла. Серьезно? Все, можно выдохнуть наконец. Какая-то жесть вообще. Там еще одна сидит. Да это вы издеваетесь. Ну и когда они кончатся тогда? Блять, камера меняется, ни хера не разобрать, что происходит. Эти тоже бесконечные черти. Все, они закончились? Жесть какая, а? Просто этих медуз тут немерено вообще. Гели как вывез. Просто. Так, там какой-то... Сейчас, подожди, я прочитаю. Что это такое? На двери вырезан рисунок. Два грека дерутся за ящик Пандоры. У обоих нет щитов. Так, стой. Давай мы докачаем вот это дело. Даже на это не хватило. Я думал, хватит хотя бы левел поднять на клинки хаоса и хотя бы один левел качать на меч. Чувствую, мне, по-моему, пригодится скоро. Бля, ну лютый, вообще лютый замес просто с этими медузами. Так, и чё? Что надо сделать? Поворачивается эта штука, и что дальше? Так вот хрен он знает, что тут делать.
комнате есть три углубления. Какие-то механизмы. Кнопка имеется. Она почему-то поворачивает сразу на закрытые ворота. Меня не врубают, что-то мне хотят. Да-да-да. А с той комнаты нечего тащить? Еще одна медуза, вы серьезно? Нет, просто кто-то орет. Может, вниз надо спрыгнуть? Да нет. Там кто-то наверху. О. Так. Это чисто с манной. Зачем меня наверх поднимает? Это я не понял. Слушай, там, наверное, что-то надо на тот пьедестал положить. Будет обидно, если я сейчас просру просто, потому что мне жизни не хватило. И потом придется все заново этих медуз валить. Вообще будет не очень. Так, где этот дес? Так, ну и чего? Бля, жизни опять не осталось ни хера вообще. А, вот по этой штучке надо пройти. Что-то и жизни не дали ни хера. Беда. Ну. Спасибо хотя бы, чтобы медуза, что медуза не респаунится. Так, да, блин. А где жизни? Чё мне жизни не дали? Надеюсь, чекпоинт хотя бы был после медуз. Еще их я ёбнуть проходить раз. Так. А как с воротами-то быть? Подожди. Дали ворота, дали какую-то кнопку. Крутятся они. Почему-то меня перекидывают в другую локацию вообще сразу же. У меня чувство недосказанности. Что там тоже с водой какая-то херня, блин, я не понял так. Подожди. Ну вот тут вот. Ворота, которые не открываются. Вот здесь какая-то дичь. Что туда? Надо что-то положить или что? Она не берет. Ничего не делает. Ящик ставишь?
Ширма закрывается. Причем этот ящик наверх не поднять, да, никак? Мне же его не довести. Просто, может быть, как вариант треснуть с него по ноги, с ноги по нему. Нет. Хер знает, по ленты, по веревке тогда я что-то не врубаюсь, что-то не от меня хотят. Но там уже вообще другая тема начинается какая-то. А, так он не хочет, надо именно сверху сюда залезать. Было бы жирней побольше, можно было бы, конечно, тут это... Причем прыгать надо только оттуда. Что мешает ему прямо вот снизу запрыгнуть на веревку? Ни один ли хер ползти? Ну, ладно. Может быть, пройдя вот эту локацию, дадут? Ай, не ко мне. Дойдут то, что надо на пьедестал потом. А вдруг? Эй! Просто со всех сторон. Меня хоть чуть-чуть отсидели. Пиздец. Я посмотрю, может, откуда начнем. Налистал чекпоинта, ну. И жизни задали вообще. Туда пока не лезть, вперед. Типа пускай они тут подползут все потихонечку. С такого падения начинается удара. Добивает второй тут же. Пиздец. Один падает, второй тут же виснет. Что творите-то? Давай, ползи сюда, гнида. Но их больше будет гораздо. Я не думал, что все закончились. Отхилил-то чуть-чуть. А тут двоих молодого. Двоих. Так, кстати, там хилы валяются. Фух, что с игрой-то началось, я не понимаю, как это жесть вообще. Что не комната, какой-то замес просто лютый. Так, щит. Этот щит надо как раз вот наверх положить, да?
Ну, берем. На алтаре серебряный щит с отображением Аида взять, да? Ты получил щит Аида. Щит Аида. Аиду щит, да. Так. Окей. Прям ломать их надо полностью, не останавливаясь. Просто народу люто. Тихо. Вот так вот. И еще разок. Давай. Так. 169 ударов. 170. 200 ударов. Ачивка киллер. Мы не комбо сбили. Давай. Гнев у богов. Все, вампиры. У меня палец сейчас отсохнет просто. Когда-нибудь кончить, детьми. Я только-только откиливаюсь, чтобы конкретно навалять в соседней комнате вообще. Бля, у меня просто так палец уже не двигается. Больно нажимать. Рейк, время кончается. Два штуки надо завалить успеть. Ну. Давай. Фух, я успел. Мышцы просто аж свело нахрен. Жесть какая. Так, давай. Забираем манну отсюда. Полная. Ждем КП. Давай. Мне назад надо идти. Да, я боюсь, просто сейчас прыгнет, он сдохнет сразу же. Не, слушай, походу сюда. Бля, реально, мышцы устали. Вот здесь вот на запястье. Долбить по разным клавишам просто со стервенением таким. Ну это, блядь, слэшер, конечно. Че, никто не доебется? Странно. На веревке никого нет. Дали передышку просто в 3 минуты, блин. Просто чтобы у тебя рука не отсохла до конца вообще. Так, ну все, ну теперь понятно, да? Сюда мы вставляем щит, поворачиваем эту хрень, и ворота открываются. Ну это же для щита. Может, мне еще назад надо выйти? Там где комната с черепом? А, вот сюда. Помести щит, вырезанный рисунок. Ну да. Два щита таких надо ставить. Тут без изменений. Подожди, давай еще раз я подойду. Да, нужен второй щит. А второй, может быть, там в воде находится.
Да. Вообще решетка. Короче, два варианта. Либо здесь какая-то загадка не решена. Стой. Это тут проходы, что ли? Я не знаю, непонятно. Да нет, вроде ничего не крутится у тебя. Давай кнопку надавим. Нет. Ну хер знает, я может быть что-то на веревке не закончил. Какая-то странная пижня. Но факт в том, что меня не выпускают с этой комнаты. Значит, надо что-то сделать здесь. Я так понимаю, что с этой веревки прыгать нельзя, ничего с ней не сделать. Тупо бежишь до конца. Итак, ну-ка я попробую. Замечательно. А чекпоинт с какого места? Когда я уже вставил щит или нет? Так, по крайней мере, тут народу нету. Щит этот у меня. Короткая дорога. Я думал, не допрыгнет. Ну ладно. Ты снова не врубаешь, что-то мне хотят. Сюда не пройти, да? Никаких ни рычагов, ничего нету в этой комнате. Подъем наверх, просто чтобы заюзать решетку. Не заметил немножко кувшинчика. Хорошо. Ну, это вряд ли. Значит, надо сделать что-то тут. Рисунок. Два грека дерутся, ящик Пандоры. Но одного щита нету. А где второй-то? Когда, где второй-то взять? На эту хрень не могу запрыгнуть. Ощущение, что тут по балкам можно ходить. Наверху. Давай смотреть проходы какие. В эти штуки он вообще не заходит. Эта хрень как-то крутится, но туда не зайти.
Единственное, что тут работает, это вот эта кнопка и какая-то хрень тут. Я не врубаюсь. Может быть, типа, мне надо было в воду нырнуть, но тогда бы они все-таки сделали бы, наверное, я думаю, поблажку-то на эту тему. Если ты вдруг не решил в воду нырять и пошел сразу вперед. Просто такой здоровенный кусок игры и тебе переигрывать. Странно. Ну, вот здесь какие-то проходы, я не вижу. Да нет. Так, давай сейчас попробуем на самый верх забраться. Вдруг он еще выше сможет каракаться. Зацепись, ну, блядь. Вот он дело. Давай вниз еще раз схожу. Там было вообще делать нечего. Площадка. Я думаю, что это просто декорация. Туда как бы нельзя прыгнуть. Ты сдохнешь. Здесь одна лестница, все. Как-то зацепиться? Нет. Эта штука не работает. Два ящика, все, как бы конец пути, ты возвращаешься обратно к этой веревке. В сторону лестницы, как турами, как попрыгать в сторону лестницы, у меня что-то идеи вообще никаких. Нет, он просто вниз падает и все. Конец-то. Этап четвертый. Новые шаги. Восход, падение, зло Гермеса, прыжок Ахиллеса, правый стик. Не знаю, надо меч качать, по-моему, следующий. Тут что-то можно куда-то вперед? Нет. Блять, что делать-то? Может стоять надо на вот этой вот площадке, которая крутится, долбануть тапком в этот в сундук. Так она же не вся вращается. Что-то покрутить, потянуть.
хватает еще. Бля, во мозгоёба, а. И чё толку? А теперь вообще вот поворачиваться начала. Так, они крутятся в одну сторону. А так вроде стенки крутятся в другую. Иди-ка. Когда этот сундук стоит тут, возможно, эта площадка поворачивается где-то в другом месте, открывается. Еще раз туда к веревкам. Хотя хер его знает, там такая высота как бы. Не знаю, но проверить стоит. Прям каждый закуток сейчас зайти. Ну, по высоте ты на веревку гораздо ниже опускаешься на веревке. Нет. Хуя. Блять, что делать-то? Туда явно не перепрыгнуть. С веревки прыгает, сразу дохнет. Сохранение после до Медуз, последнее сохранение было до Медуз. Если сейчас сдохнуть или еще что-то, то придется заново их проходить. Я не знаю, может быть, правда какой-то глюк игры. Может быть, эта решетка и должна была открыться. Нет, ее не взять, ничего с ней не сделать. Давай ящик возить, я не знаю.
это вот прям углубление для чего-то. Только щит мне этот на место уже не поставит. Ну. Все. Так они крутятся наверх, а так они, по-моему, крутятся. Чё за? Мне бы как-то перевернуться прямо с этой платформы. Но мне ящик этот тогда наверх не затянуть. Это хрень вообще. Непроизвольно, кстати, здесь шестеренки крутятся. Сначала в одну сторону, да, потом в другую. Сам ящик не запрыгнет, но он явно не как предмет для того подставки какой-то. Это не то. Стой. Может, он где-то за что-то зацепится? Чем там на втором этаже вроде можно бегать, это видно. А что делать? Крайне не хочется эпизод с медузами переигрывать вообще никак. Потому что это жопа вообще. Я его прошел или как с 20-й попытки, я не знаю. Но если мне правда нужно было сначала в воду нырять, а потом к медузам идти. Блять, ну кто же знал-то? Давай попробую рычаг еще раз дернуть. Будет дергать его? Все, рычаг хана. Серьезно, разве разработчики не могли как бы, ну, предусмотреть ту фишку, то, что ты, возможно, куда-то не пойдешь сначала, чтобы ты дошел, ну, пути отхода, ну, где-то решетка, допустим, должна открыться. Хотя бы после медуз, там, одного этого щита, чтобы ты вернулся, там, возможно, под водой поплавал и нашел второй щит. Поставил его на место, все хорош, как бы. Можешь в этих уродов стрелять. Там, наверное, на этой на веревке не стреляет, да? Там у меня столько магии, кстати, не будет. Он не стреляет. Не знаю, идей нет. Вообще. Надо лезть в интернет, посмотреть, как это работает вообще. Может, действительно эпизод с медузами надо переигрывать.
Сначала надо было типа в воду лезть. Да. Может какой-то глюк. Решетка типа должна открываться. Так, ну в том зале у нас есть какие-то кнопки? Нет. Ну-ка, с ноги пнуть по вот этой хрени. Где там ворота? Да не, это бред какой-то. Но это явно углубление для чего-то. Такая, как рогатина. На эти рогатины надо поставить что-то. Я, походу, что-то пропустил. Значит, целиком вот этот участок с медузами у меня тупо нет времени переигрывать. Ну да, на следующем стриме продолжу. Я до сюда дойду, нажмув в воду, пройдя еще раз этих медуз. Крайне дебильная, конечно, тема. Но, походу, это так и надо сделать. Просто ходов нет. Ладно, будем заканчивать на этом. Это печально. Но, увы. Что делать, я не знаю. Пока предположение, вот весь целиком этот кусок переиграть. Поэтому как-то так. Ладно, ребят. Спасибо за просмотр, за поддержку. Кто не подписывался на канал, подписывайтесь, ставьте лайки.